Девчонки, привет! Сегодня продолжаю свою традицию съемки видео о своих любимых салатах. И сейчас у нас, о ужас, 10 часов вечера. И я решила, о ужас, поужинать. Но тем не менее. И, кстати, салат у нас сегодня будет достаточно такие не сильно легкий, он такой достаточно таки калорийный. Майонез, курица, но тем не менее. Вот. А салат этот на самом деле очень вкусный. Какой-то он вот очень, я его люблю и с удовольствием ем. И вот снимаю сейчас видео и, в общем, хочу уже кушать его. А он еще не готов. Так вот, да, что-то я сегодня какая-то занудная. В общем, ладно. Начнем. Салат сегодня у нас из незатейливых ингредиентов. Первый — это наша основа для салата, это пекинская капуста, нарезана на этот раз ломтиками помельче, чем в предыдущих салатах, которые я показывала. Ну, в общем, пекинская капуста, да, вот так вот она у меня нарезана. Такими вот ломтиками. Следующее — это у нас помидор. Один небольшой помидорчик сегодня у нас. Ой, салат. Так, следующий ингредиент — это оливки. Ой, маслины черные, маслины без косточек. Кстати, в этот салат я люблю нарезать маслины именно небольшими кусочками, а именно вот такими вот колечками. Где-то, да, 3, ну, 3 миллиметра. Нет, я сегодня точно зануда. Ну да, разные имиджи важны, разные имиджи нужны. Нужны. Так вот, вот такими вот маленькими колечками нарезаем маслины и высыпаем в салат. Вот именно в этом салате я люблю маслины, нарезанные тоненько. Кстати, очень люблю маслины в салатах. Как по мне, они добавляют пикантный вкус и некую изюминку к салатам. Вот всегда стараюсь я овощные с маслинами готовить, ну там из зелени, там всего такого. И в этот салат тоже маслины мы добавляем. Следующий ингредиент — это куриное филе. Отваренное куриное филе в подсоленной воде, нарезанное тоже на ломтики где-то, ну, в общем, не знаю, разные ломтики, короче. Вот такие небольшие ломтики, кубики, да. Вот, высыпаем наше куриное филе. Я не говорю про порции, девчонки. Ну, все на глаз. Делайте, я не знаю, какими вы порциями едите салаты. Все на глаз. Вот, поэтому просто высыпаем наше куриное филе, сваренное в подсоленной воде. Следующий ингредиент — это последний ингредиент — это сухарики. Касаемо сухариков, вообще эти сухарики, они вредные, да, ну, если я не ошибаюсь. Я никогда не ем эти сухарики в прикуску с чем-либо, с каким-нибудь там, я не знаю, пивом. Ну, я вообще не пью пиво, но если бы пила, то не ела бы. Вообще я не ем чипсы и сухарики такие не ем. Говорят, что они вредные, и я их не очень люблю. Но вот в этот салат очень хорошо идут сухарики. Но если вы хотите, чтобы в этом салате были, ну, как можно полезнее ингредиенты, то сухарики лучше пожарить на сковородке на подсолнечном масле из багета. Собственно говоря, как я и делаю, например, для салата «Цезарь». Потому что в салате «Цезарь» вот такие вот сухарики как-то не комильфо. А в этом салате, кстати, вот такие сухарики ничего так идут, поэтому я иду простым путем, я кладу в этот салат такие вот сухарики. Это сухарики, как вы поняли, ну, которые продаются в киосках, в магазинах. В этот салат именно белые сухарики. Пшеничные, я так поняла, нужно смотреть. Но у меня пшенично-ржаные. В общем, да, с переводом что-то туго. Хорошо, что не на английский. Просто с солью. Сухарики тоже на глаз высыпаем в тарелочку. И добавляем соль по вкусу. Я соль сейчас не буду туда сыпать, а то я одной рукой левой насыплю сейчас так, что я вообще не поужинаю. Вот. В общем, добавляем соль по вкусу и заправляем этот салат майонезом.
Что касается майонеза, ну вообще бытует мнение, что майонез вреден. Но я как-то не особо заморачиваюсь этим вопросом. Почему? Потому что я не ем майонез в каких-то там количествах неимоверных каждый день, ложками намазывая на хлеб. Ну не знаю, как по мне, совсем себя ограничивать. Даже с условием того, что я там стараюсь более калорийную пищу не есть в первой половине дня, а ближе к вечеру есть что-то легкое. Ну, как-то совсем уже ограничивать себя. Ну, я не фанат вот отменять там майонезы, еще всякое разно, соусы. В общем, майонез я ем в количествах, которые... Я не думаю, что как-то пагубно скажется на моем здоровье. Ну так вот, единственное, что я майонез всегда стараюсь покупать низкокалорийный. В этом майонезе, например, 35% жирности. Я не знаю, насколько это... Он легкий салатный майонез. Я не знаю, насколько это оправдано в качестве того, чтобы в организм поступало меньше жиров. Но я люблю вот более легкие продукты и более легкий майонез. Но, кстати, говорят, что майонез, в котором больше процент жирности, он вкуснее. Но я как-то вот не особо замечаю разницу. Мне нравится и такой майонез. Тем более, я его не ем как-то ложками в прикуску. Я его добавляю в салат, и на то он и салатный, на то в нем и 35% жирности. Вот. Вот мы перемешали наш салат. Получился у нас вот такой вот салатик. Кстати, что касается сухарей и заправки этого салата, то лучше туда класть сухари и перемешивать этот салат с майонезом непосредственно перед тем, как его вы будете есть, потому что если это сделать, если положить туда сухари и заправить майонезом и оставить, то сухари там размокнут, и они, ну, не будут хрустеть. Вот, поэтому я заправляю и сразу его ем, чем я сейчас и займусь. Так что всем приятного аппетита, но я думаю, что это я только ем в 10 часов вечера. Поэтому спасибо. Спасибо тем, кто мне это пожелает. И всем спасибо за внимание. Всем пока.